Имя Сент-Коломбо стало известно широко после выхода на экраны фильма «Алена Карно. Все утро мира». Фильм имел огромный коммерческий успех, выиграл 7 наград «Сезар», присуждаемых французской киноакадемией. Но о жизни главного героя фильма и романа Паскаля Киньяра, положенного в его основу, мало что известно. Фильм принес мгновенное признание Виоле да Гамбо и музыке, написанной для нее. Появились и статьи о композиторе. Автор одной из них в газете «Монт» утверждал, что ему удалось обнаружить следы подлинного Сент-Коломбо. По утверждению музыковеда, его настоящее имя – Огюстен Отрекур. И жил он в Лионе в 1650-е годы. Сент-Коломб – его псевдоним в честь святого Колумбана. В любом случае, другие источники позволили понять, что это была неправильная версия биографии композитора. Действительно, домашний учитель музыки, который преподавал игру на виоле в Лионе, существовал в это время. Правда, правильнее произносить его фамилию Дандрикур. Документы сообщают, что у него были изящные манеры, он глубоко понимал музыку и преподавал ее в том числе девочкам-сиротам в приюте святой Екатерины. Известно даже, что он зарабатывал 150 ливров в год. Возможно, существует некая связь между знатной семьей благотворителей Сент-Коломбов, покровительствовавших, например, де Оспис де ля Шарите, в архивах которого как раз и содержится единственное упоминание об этом музыканте, и данным человеком. Однако при высокой оценке нравственных качеств музыканта, возможно, пределом его возможностей было обучение девочкам основам сопровождения игрой на виоле выступлений церковного хора в одном из Лионских соборов. Известно, что настоящий Сент-Коломб учился игре на виоле у месье Дотмана в Париже и как раз именно в это время. Вряд ли тогда были возможны регулярные путешествия из одного города в другой. Больше того, уже в 1678 году он почитался как известнейший исполнитель на виоле и давал концерты в Париже, при том, что в это время там уже были известны такие крупные исполнители, как Маре и Руссо. В 1679 году он участвовал в постановке оперы «Люли» в Париже, как об этом сообщает парижская газета «Галантный Меркурий». По всей видимости, речь идет о разных людях. Исследования позволили выяснить, что дочь некоего буржуа Жана де Сент-Коломбо из Парижа вышла замуж в 1699 году. Одним из свидетелей при заключении брака был органист церкви святого Фомы в Лувре Николя Карон. В свою очередь Сент-Коломб был свидетелем при заключении брака Карона в 1658 году. Между 1650 и 60 годами музыкант был отцом двух дочерей – Бриджит и Франсуазы, и жил на улице Беттизи в Сен-Жермен-Лёксеруа. Эта улица пересекает улицы Деля Моне и Бертен-Пуаре. Как ни странно, это два первых адреса юного музыканта Марена Маре, будущего ученика Сент-Коломбо. Больше того, в Сен-Жермен-Лёксеруа недалеко жил знаменитый исполнитель на виоле Дюбюйсон. До нас сохранились свидетельства,
что Сент-Коломб давал концерты в своем доме, в ходе которых две его дочери участвовали в исполнении. Одна играла на виоле с высоким звуком, другая на басовой виоле, образуя с отцом ансамбль из трех виол. Старшая дочь Франсуаза де Сент-Коломб была замужем за Жаном Вареном, преподавателем математики самого короля, занимавшего должность в Белфорде. Ее сестра Бриджит была замужем за Луи Лебе, одним из секретарей маркиза де Сен-Эле, который проживал в Версале. Лебе, семья издателей книг и партитур, была тесно связана с семьей Баллард. Мы также знаем, что музыкант Сен-Коломб поддерживал очень тесные связи с семьей издателей Ален. Один из концертов для двух виол называется как раз Ален. Интересно отметить, что многие имена, связанные с Жаном де Сен-Коломбом, принадлежат протестантам. Все эти многочисленные документы называют Жана де Сент-Коломба парижским буржуа, но никогда не музыкантом. Это правдоподобно и важно. Существовал конфликт официальной власти с некатоликами после отмены Нанского эдикта. Сент-Коломб может быть протестантом и, следовательно, человеком, которым в официальных документах пренебрегали. Однако сомнения, что в этом случае речь идет именно о композиторе Сент-Коломбе, сохраняются до тех пор, пока не будет найдено упоминание о нем как о музыканте. В композиторе Сент-Коломбе известно, что он был учителем знаменитого Морена Море. Но, опасаясь, что тот превзойдет его в мастерстве, наотрез отказался продолжать уроки после 6 месяцев обучения. Желая достигнуть совершенства, Море подслушивал игру своего бывшего учителя в саду, где тот создал небольшой кабинет, предназначенный для спокойного и углубленного музицирования. Впоследствии Сент-Коломб отдавал должное растущему мастерству своего ученика, но считал, что превзойти его собственное мастерство Море никогда не сумеет. Возможно, именно Сент-Коломбу принадлежит идея добавить 7-ю струну к басовой виоле. Вероятно, что у Сент-Коломба был один или несколько сыновей, но незаконно рожденных, не зарегистрированных в официальных документах. В своей книге «Размышления об опере», опубликованной в 1742 году, некий Ремон Сен-Март утверждал, что существует сын Сент-Коломба. Он описал его как простого человека, которому не хватает воображения, чтобы лгать. 6 сюит господина де Сент-Коломба сына для басовой виолы были обнаружены в библиотеке кафедрального собора в Дареме. Они являются частью рукописи, включающей 300 страниц музыки для басовой виолы, сочинения Море, Дюбюсона, Симпсона и других композиторов. Они были полностью скопированы протестантским священнослужителем и одновременно музыкантом-любителем по имени Филипп Фаль. Любопытно, что он использует красные чернила только при переписывании музыки Сент-Коломба сына. Фаль мог быть учеником Сент-Коломба сына. Мы знаем, что он жил в Эдинбурге, невдалеке от Дарема. Еще один Сент-Коломб по имени Анри Оже тоже жил в Англии.
точнее в Лондоне. Ему принадлежит богословская диссертация на латыни, хранящаяся в Дареме. Он был протестантским пастором в Биарне. Его свидетельство о рождении говорит, что родился он недалеко от По в Биарне во Франции 1 июня 1680 года. Его родителями были барон Жан де Сент-Колом Нобис Б. и Мария Ландорт. Из многочисленных писем, сохранившихся от этого Сент-Коломба, мы узнаем, а это весьма любопытно, что он находился в Лондоне в те же сроки, что и Сент-Коломб сын, автор произведений для виолы. Городская газета Daily Courant сообщает в 1713 году о концерте, который Сент-Коломб сын дал в Хикфорд-Рум. Вполне возможно, они были родственниками. Дата смерти Сент-Коломба неизвестна. Он упоминается в списках парижских музыкантов в 1692 году, хотя в графе его места жительства стоит прочерк. Уже в реестре 1696 года даже упоминания его имени нет. В 1700 году в списке парижских кальвинистов стоит имя некоего Сент-Коломба, хотя сообщается о его сомнительных религиозных взглядах. В 1701 году была напечатана пьеса для виолы «Море на море» под названием «Могила Сент-Коломба». Но учитывая, что в том же самом сборнике напечатана «Могила Люли», умершего в 1687 году, то есть за 14 лет до публикации, это не дает точного представления о дате смерти Сент-Коломба. Есть туманное известие, что некий Сент-Коломб был похоронен в местечке Брюд в южной части Центральной Франции на кладбище церкви Святого Жульена 13 ноября 1688 года. Когда он прибыл в этот город, неизвестно. Но он владел большой коллекцией музыкальных инструментов, среди которых были, например, два портативных органа и целых 7 виол. Эта коллекция осталась в наследство его вдове, Мари де Ступ. Но имя его, в отличие от фамилии, ни разу не упоминается в документе. Сказать, был ли это великий композитор, трудно.